не понимаю. То есть, да, у Рудова жена, ребенок, вся хуйня. Так это ж наоборот должно быть стимулом, чтобы не возвращаться в РФ. Ну, очевидно, что нет, разве? Ну вот. Вернулся в итоге. Рудой все просрал и в Нижнем Новгороде живет сейчас, если вы не в курсе. Совок съездил в отпуск, а серьезное отношение президента европейских стран к его положению, для него просто билет до Парижа первого класса, не более. Ему денег буквально дали, чтобы он как бы там жил, как беженец. Просто ему, ну, не могли бесконечно платить нахуй из бюджета. Он же белый.